Этот фонтан на улице Ленина особенный. Он не подключен к центральной системе водоснабжения, а полностью автономен. В зимний период коммунальщики снимают с него оборудование, насосы, форсунки, запорную арматуру. Все это было законсервировано до весны. Сегодня эту сложную систему специалисты ремстроя вновь возвращают на прежнее место. Единственный минус, да, этого фонтана — вода привозная. Как только будет вода, мы запустимся в штатном режиме. Прошел техническое обслуживание и практически готов к работе фонтан около археологического музея Горгипия. Коммунальщики проверили состояние двигателей, насосов и форсунок. Сейчас здесь ведутся пусконаладочные работы. Но, пожалуй, самым ожидаемым событием для гостей и жителей города — это запуск фонтанной группы на площади перед городской администрацией. Специалисты провели проверку работоспособности подсветки и электроники, которая отвечает за работу этого сложного механизма. Жители и гости города уже с нетерпением ждут, когда заработает одна из главных анапских достопримечательностей. Ждем, конечно, это наше любимое место. Прогулок с детьми, мы тут постоянно катаемся на самокатах, гуляем. Дети любуются фонтанами, и мы тоже. Фонтаны – это красиво, украшает город, приятно горожанам, приятно отдыхающим. Все это очень красиво, и я это приветствую от души. Мне это нравится. Люблю здесь сидеть летом, весной, зимой люблю здесь гулять. В любое время года люблю здесь гулять. Впрочем, ждать осталось немного. Уже в эти выходные чаши фонтанов будут заполнены водой и проведен тестовый режим работы под нагрузкой. В полную силу городские фонтаны заработают уже с 15 апреля. Руслан Душевский, Анапа регион.